Поехали. Выступает подготовительная к школе группа детского сада номер 151 города Владивостока. Воспитатель Ольга Сергеевна Хандиева, музыкальный работник Людмила Ивановна Мирошникова. Музыкальная сказка «Теремок на новый лад». Мы начинаем представление. Мы приглашаем в сказку вас. А сказка всем на удивление. Про детский сад, да и про нас. Про то, как дружно нам живется. Про то, как песенки поем. Про наш детсадовский уклад. Теремок на новый лад. Сказка «Теремок». На окраине городской стоит домик расписной. Он не Белкин и не Мишкин, а живут в нем ребятишки. Знает это стар и млад. Домик этот – детский сад. В современном создан стиле, чтобы жили, не тужили. В нем веселые детишки и девчонки, и мальчишки. В садике тепло, уютно, только очень-очень пусто. Но не будем горевать, наши слезки проливать. Сказка в гости пригласила, дверь тихонечко открыла. Yeah.
возглавит детский сад, где же улицу Амурскую в этом городе сыскать? Ах, да вот же милый дом, как тепло, уютно в нем. Комнаты широкие, потолки высокие. Буду деток поджидать, коллектив свой набирать. Белка мимо пробегала, в теремочек постучала. Прыг да скок, прыг да скок, скачет детка на сучок. Скачет резво белочка, озорная девочка. Тук, тук, тук. Что за день? Прыг да скок, видит в поле теремок.
варить. Знаю, треба мене сес. Може, варта холод спят? То столовую на открот, ребятки на стол накрот. Суп тарелки кто нальет, кто за ними уберет? Повара мы очень ждем, заходите вы в наш дом. Спасибо. Возле теремка лягушка, поскакушка и квакушка. Oh,
завтра, обед и обед, забота и любовь. Учитесь играть, лепить, мастерить, и песни петь, и танцевать, воспитанными быть. За всеми нужен глаз да глаз, так пошалить не прочь. Полюбим каждого из вас, как сына или дочь. Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдешь. Обойди хоть весь район, лучше будет все же он. Наш любимый детский сад с нетерпением ждет ребят. Мамы, папы, поскорей приводите малышей. Речь. До свидания! До счастливых новых встреч!